онлайн-мануал.ру. Тест усилителя спутникового сигнала. Тестируем работу 20-децибельного усилителя спутникового сигнала, купленного на AliExpress. Вначале подключается кабель со спутниковой антенны к выходу ант. Затем кабель с ресивера подключается к выходу Power In. При подключении бытового спутникового ресивера к усилителю на экране вы видите с левой стороны уровень сигнала без усилителя, с правой стороны с усилителем. По картинке видно, что усилитель реально усилил уровень сигнала, но при этом качество сигнала стало менее стабильным. Если без усилителя качество сигнала держалось ровно на 40%, то с усилителем качество стало прыгать между 38% и 40%. Далее мы подключили к усилителю измерительный прибор, и показатели усиления стали еще интереснее. В отличие от бытового ресивера, в измерительном приборе усилитель показал более существенное усиление, не только уровня, но и качества сигнала. Но несмотря на улучшенные показатели в цифрах, субъективно показалось, что на слабых частотах картинку стало рвать чаще, чем без усилителя. Подводя итоги, мы можем точно сказать, что прибор работает и реально усиливает сигнал. Но усилитель не сделает прием спутника лучше, если у вас уровень приема на грани срыва из-за маленькой антенны или слабого сигнала со спутника. Усилитель сигнала будет полезнее там, где используется большая длина кабеля от антенны до ресивера. В таких случаях прибор компенсирует вам эти потери. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Для нас это очень важно.